В закрытом манеже международного хатыкинского кона спортивного комплекса имени Аба Анаева прошли соревнования по конкуру. В мире конного спорта Туркменистан известен своими выдающимися хатыкинскими скакунами, и соревнования по конкуру не стали исключением. Соревнования прошли в соответствии с правилами Международной федерации конного спорта. Маршрут первого гита представлял собой серию из 12 препятствий, высота которых достигала до 110 сантиметров. Спортсменам пришлось совершить 15 прыжков, так как помимо отдельных барьеров в маршрут были включены две системы, состоящие из двух и трех препятствий. В результате семь конкуристов продемонстрировали более высокую подготовку, преодолев все препятствия без штрафов и переходя во второй тур с чистым счетом. Второй гид также представлял серьезное испытание с высотой препятствий до 120 сантиметров. Лишь четыре всадника смогли преодолеть этот этап, продолжая свой путь к победе. Бүгүнкү беттеши катнашкан троллордун арасында биздин Аба Анаев атындагы халкара ачык академиябыздын талиптери ушу жерде чыгыш эделер. Олор бир өздөрүнүн бир күнөр уфаттыктарын, эржелдигин, кужур кайратын, халтеке бедөөлөрүн, эркедишлерин, дүрлүү пайткелчиликтерден кечишлерин бир жогору деңгээлде көрсөтөдөр. Элбетте, бул болсо ошолору билим берген муалимдердин шейде да ошолору күнөр өөрөдөн сейстердин тургөнлөрүн уфаттыктары өздөрүнүн бир зэхмет деп түшүнөт. Шейде бир азайып порсотту түркмөн бедөөнүн миллий байрамынын белгиленген порсотуна мен кем өзгөдөгүмдү кахарман аркадагымды, аркадагы кахарман сердарымды, эхли ахалдагы бедөөлөрүмдүн дүйнө жүзү боюнча жан көйөрлөрүн ушу азайып байрамчылык менен түркмөн бедөөнүн миллий байрамы менен түйүттүрөмдүн кутлайм. Кой мунун бейлек түркмөн бедөөлөрүмдүн шан шөкрөтү бүтүн элеме долсун. Дешейде эшетти заманада жашадыган бир азайып турмушу пешкеш берген кахарман аркадагымдын педер жолун мунасип devam ettiren arkadan kahraman serdarımızın elmadamı canlar sağ olsun, ömürler uzak olsun tutkan tutumlu işleri elmadamı rovaşlıkları beslenir. В заключительном, третьем туре участникам предстояло совершить прыжки на скорость. Они должны были преодолеть 7 барьеров высотой 130 см с минимальными нарушениями и показать наибольшую временную скорость. Именно здесь студент Международной академии коневодства имени Аба Анаева Язгельди Гараджаев взял верх на халтикинском коне по имени Той Чи, завоевав победу в турнире. Мен 2016 жылдан бери аттан тургонлашан ва бүгүнө чейин тургонлашып келген. Этот успех является ярким доказательством того, что халтикинские скакуны не только являются гордостью Туркменистана, но и обладают великолепными спортивными качествами.